Информацию подтверждают и в областном гидрометцентре. По словам синоптиков, это связано с циклоническим вихрем и атмосферными фронтами. Неблагоприятные погодные явления приближаются к Оренбуржью северной части страны. Ветер усилится. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Будет ветрено, влажно, то есть осадки пройдут в большинстве районов. Будет усиление ветра, неблагоприятные явления, такие как налипание мокрого снега, метель. Однако продлится такая погода всего один день. Уже в субботу, считают метеорологи, ситуация стабилизируется. Ветер стихнет, а небольшие осадки ожидаются только на востоке области. Спасательные службы региона предупреждают. Во время сильной метели стоит воздержаться от поездок на машине, а также не выходить на улицу без крайней необходимости. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 01 или 112.